на фестивале, на конкурсы наград много, и первые места, и вторые, и третьи. Два раза в год мы выступаем в театрах. В театре нации выступали. Живем бурной жизнью. Мне нравится заниматься балетом, просто и современным, и в принципе танцами. Я хожу 7-й год. Мне очень нравится заниматься балетом. Я хочу поступать в балетное училище. Прям балериной хочу стать. Все педагоги нашей студии любят всех наших детей. Мы с трепетным вниманием к ним относимся. Девочки, а для чего вы ходите на эти занятия? Чтобы получать удовольствие. Для удовольствия. Вместе танцевать. Чтобы вместе. У вас дружная группа? Да. Любите выступать? Да. Да. Мы любим балет. Девочка ходит в эту студию уже 6 лет. Нравится танцевать? Да. Бросать не думаешь? Нет, ну и отлично. У нас здесь очень душевно. Я много где хожу, детей у меня много, и на разных занятиях бываем, и здесь всегда очень комфортно. Ждем всех, пожалуйста, приходите. Администратор у нас каждый день работает. К администратору подходит и просто записывается. Первый у нас урок бесплатный.